вот подумайте сами. В Египте военный переворот. То, что его американцы, европейцы называют торжеством демократии, это понятно, как раз вот это извращение смыслов и просто вранье. Простой, обыкновенный военный переворот. Вот представьте себе, вы житель Египта. Вот вы бы вообще смирились, как житель Египта, что вашего законно избранного президента, какой бы он хороший или плохой ни был, приходят военные, сажают в тюрьму, кого-то, значит, арестовывают, отменяют конституцию. Я думаю, что половина жителей из Египта с этим не смирится никогда. Потому что все-таки в человеке справедливость важнейший фактор. Отсюда прогноз. События в Египте будут развиваться по нарастающей в сторону гражданской войны. Отсюда и ответ на ваш вопрос. Стоит ли ехать в государство, в котором может вспыхнуть гражданская война в любой момент, в любом узле? А гражданская война — это мародеры, это бандиты, это грабежи, это заложники, это аресты для цели выкупа и все, что хотите. Я бы не советовал.